Итак, всем привет. Начинаю свой очередной влог. Сегодня у нас суббота, 22 декабря. Сегодня мой профессиональный праздник. Сегодня день энергетика в России отмечается. Вот, наконец-то мы выспались. Сейчас время уже примерно около 9 часов. 9 утра, естественно. Вот, сейчас пойдем гулять. Но сначала сходим за водой. Камеру я с собой буду таскать сегодня целый день. Все буду снимать. Камера маленькая, ее удобно брать. В кармашек положил и пошел. Вот, квадрокоптер тоже возьмем. Есть у меня одна задумка, где полетать. Вот, правда, до того места, где я хочу сегодня запустить квадрокоптер, надо будет ехать на автобусе. Но я думаю, это тоже все засниму. Вот, сначала сходим сейчас за водой. Погода пасмурная, ветра вроде сильного нет. И снег главное. Главное, что снег не идет. Идет, но совсем маленький. Я думаю, квадрик должен справиться. Ну что, вот сегодня будет обыкновенный влог выходного дня. И он уже начался. Вот такой у нас этот автомат. Сейчас мы здесь будем водичку набирать. Посмотрим, как это мне удастся записать. Итак, начинаем кормить зверя. Ой, не хочет есть. Сытый зверь. Все, съел. Нам надо 60 рублей набрать. Еще, значит, десяточку ему кидаем. Не хочет. Что-то он сегодня сытый. Миша, что, мы его заставим? Заставим мы его съесть. О, все. Вот, набрал 60 рублей. И по 5 литров он наливает. Литр стоит 3 рубля. Включаем пуск. Нет, все там нормально. Все под контролем. Ну все, водичку мы отнесли. Сейчас идем на автобусную остановку. На ту, с которой я ехал тогда на работу. Сейчас я вам ее сниму в дневное время. Вот, светлое. Итак, вышли мы на остановке улица Петина. Что я хочу сегодня снять с квадрокоптера? Здесь, значит, на перекрестке пересечения улиц Ленинградская и Петина выстроили не так давно два красивых здания. Такие свечки, небоскребы, я бы сказал, по вологодским меркам. Вот хочу на них пролететь на квадрокоптере в одну сторону и в другую. Посмотрим, что получится. Вот эти два здание. Сейчас будем искать место, где взлететь. Тут, правда, народу везде много. Сейчас что-нибудь найдем. Ну вот, идем мы уже обратно. Нашли мы там закуточек небольшой. Запустили квадрокоптер над улицей Петина. Так и будет называться этот ролик. Вологда, улица Петина. Вот, вон эти два здания. Полетал я над ними. Неплохо. Даже небольшой облет удалось сделать. Вот. И потом еще немножко над улицей Петина. Долго не летали сегодня, потому что холодно, во-первых. У меня руки замерзли. Во-вторых, все-таки снежок пошел более сильный. Ветер поднялся. Все-таки немножко страшно было за наш квадрокоптер. Но наш малыш справился. Приземлился идеально. В общем, был послушен. Все нормально. Вот, сейчас вы это все увидите.
все, теперь сейчас идем на остановку, поедем обратно в наш район. По магазинам будем ходить, будем все снимать. Все, стоим, ждем нашего автобуса. Нам нужен или 48 или 45. Будем ждать. Ну вот приехали мы на улицу Зосимовская, бывшая Калинина, вернее это улица Герцена. Сейчас пойдем по Зосимовской. Рита хочет зайти в магазин. Магазин, где она покупает семена. Вот, там мне надо кое-что спросить. Я никогда раньше не заходил в этот магазин, а сегодня пойду. Пойду с камерой, буду там все снимать. Вот. Сейчас пойдем. С этой камерой хочется снимать все подряд. Все подряд хочется снимать. Красиво это здание. У нас здесь люстры продаются. Вот он этот магазин, дивный сад, магазин для садоводов. Пойдем внутрь, поснимаем там. Все, купила. Пойдем в эту пекарню зайдем. Пойдем. А пойдем. Чего так? Что-нибудь купим вкусненькое. Пакетик один хлебальный. Не знаю, давай что-нибудь вкусненькое. Ну что, зашли мы в эту пекарню. Шанишку купили мне. Шанишку с сыром. Очень вкусно. Вот, будем к чаю. Сейчас. Вот, слойку с малиной. Замечательно. Сейчас небольшой ветерок здесь поднялся. Я хочу проверить, как он, эта камера записывает звук. Жалуются многие, что не очень хорошо справляется микрофон с ветром. Ну вот посмотрим. Хотя ветрозащита сейчас у меня включена. Хочу сейчас именно в этом месте сделать такой тест на ветрозащиту этого микрофона. Ну а сейчас мы пойдем еще. У нас много еще куда надо зайти. Сейчас пойдем на рыночек, в аптеку, потом в магазин. Все будем снимать. Вот он наш рынок. На той остановке, на которую я приезжаю с работы. Пойдем сейчас. Кое-что купить надо. Ну ладно, немножко поснимал на рынке, не знаю, там видно было цены или нет, так, чуть-чуть цены там на мясо, на колбасы, а смотрите, у нас уже елки продаются новогодние, я еще до Нового года, 10 дней, можно сказать. Так, ну сейчас мы идем в аптеку, да, пойдем в аптеку. Сходили в аптеку, фуруцилину купили. Иногда бывает, помогает им от кашля, от простуд. А сейчас мы идем, тут у нас есть небольшой ларечек. Ну, в общем, в Волге есть, ну, наверное, как в каждом городе, есть свой мясокомбинат. И вот там мы покупаем то, что нам надо. Ну, обычно мы покупаем грудку, да, или что там? Окорочок, в общем. Куриную продукцию. Сейчас вот пойдем, вот он. Уже к нему подходим. Вот он этот ларечек. Сейчас мы туда пойдем, там тоже внутри все будем снимать. О, люди на велосипедах ездят зимой. Красота. Так, не получилось. Ларечек закрыт был на 15 минут, а сейчас пойдем. Вот торговая сеть Аллея, вот обычно здесь мы все покупаем. В прошлый раз я как раз здесь и был. Сейчас пойдем с Ритой покупать по списку. Пойдем искать, что нам нужно. Блин, музыка здесь играет. Так, кефирчик, молочко. Да, любой бери. А вон, есть.
15. Есть наш любимый. И здесь. А вон внизу. Внизу. Да, 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 внизу. Сколько они стоят, да? Посмотрите. Мы сейчас покупаем на цену, посмотрим. Так, теперь яйца куриные. Бери, вон сколько. Блин, 88 рублей. Что они так подорожали-то? Так, по 71 есть. Бери вот. А в принципе, нормально. Берем. Так, теперь лук и морковка. Вот, кстати, здесь кофе мы берем. Помните, это кофе. Вот, идем дальше. Ну, вот и овощи. Вот, смотрите, какие помидоры. Обваристые. Мясистые. На морковку надо и лук. Кстати, вот цены вверху. А вот еще цены и на помидоры здесь, на картофель, на лук. Почувствуется приближение Нового года. Детское шампанское появилось. Зимняя сказка. Ну вот все, в аллее мы купили все, что нам надо. Вроде объявление убрали. Закрыто было на 15 минут. Теперь идем в наш ларек нашего мясокомбината. О, и здесь елочка. Сюда Ну вот, все мы наши задачи сделали, выполнили, все купили, все сняли, квадрокоптер запустили, идем домой. Ну что, наверное, на этом я буду заканчивать этот влог. Влог такой, который я уже делал. Влог выходного дня, сегодня суббота, 22 декабря. Кстати, сегодня у меня праздник, сегодня день энергетика. Сегодня надо меня поздравить будет, да. Вот, а сегодня я его сейчас буду вечером монтировать. А завтра, наверное, воскресенье, 23 декабря, выложу его на YouTube. На этом все, ребята. Всем пока, до следующих встреч, до следующих влогов. Всем пока.